эти прогуляюсь по лесу, да при ярком солнце свете наберу в ладонь росу. Праздник в Африаново. Здесь в минувшую субботу прошел день поселения. Сегодня мы отмечаем праздник. Праздник нашего поселка. Праздник нашей Фриановской земли. Очень хочется пожелать сегодня нашему Фрианову оставаться вот таким же уникальным, таким же, вроде бы, как бы самым далеким городком городского округа Щелково, но в то же время самым большим, красивым и любимым нашим Фрианово. В парке возле усадьбы Лазаревых развернулись массовые гуляния с танцами и песнями. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет либо и роса блести, от тебя такой счастливой глаз не отвести. Красавица случилась, пред ними извинилась. Простите, мне хотелось остаться бы одной. По сведениям Центрального государственного архива, статус рабочего поселка Фрианово был присвоен 17 августа 1925 года. Поселение имеет богатую историю. Ему сейчас 96 лет. И если Фрианово будет отмечать свое столетие через 4 года, то наша общая большая родина Щелково в этом году празднует 500-летие первого упоминания в исторических документах. В Щелково в этом году большой юбилей. И я уверен, что наша большая страна состоит как раз из таких маленьких жемчужин, как Фрианово. Хотелось бы, чтобы у Фрианово не только была богатая история. Вот мне сегодня книгу подарили, очень красивая, интересная. Буду изучать дальше историю Фрианово. Чтобы была не только богатая история, а чтобы было богатое настоящее и еще больше, и еще богаче будущее. Жители Фрианово очень любят свою малую родину, и у них этот праздник, День поселения, пользуется большой популярностью. Андрей Цыганович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.